ты понял, справа-лево. Так, а как же тебя расположено? Нет, включаешь. Вот, вверх, вниз. И когда он стартанет, мышь носом не забирал, сразу чуть-чуть от себя, но плавненько очень. Справа, влево, и тоже очень-очень аккуратно. И гоняй его просто кругами на ходу, но хорошо, чтобы в дом, не в машину, понял? Да. Так, надержи, когда скажу, включишь газ, мотор пока не пробуй. Я его постараюсь тебе кинуть ровно, чтобы он полетел. Так, готов? Да. Давай, газ. Его заносит? Да, я знаю. Очень плавно. На разворот. Выше на разворот. На разворот. Молодец. От дома подальше держись. В другую сторону. Молодец. Вот и летай. Старайся гонять его тут. Может быть, такими восьмерками. Вот туда-сюда. Если запищит, вдруг услышишь. Да. Значит, пора сажать. В другую сторону. Кстати, он летать стал лучше. Я знаю. Выравнивай, потому что он падал, поэтому. Можно тренировать, но сейчас не балуйся, не надо. Сейчас просто тренируйся летать. Вправо попробуй завернуть. Нет. Вот туда, да. От машин подальше. Вверх, 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 вверх. Газу, газу, газу. О, и я сюда веди. Я очень понял, где он находился. На тебя носом. Очень сильно тянет. Далеко не улетай. Если морально чувствуешь устал, попробуй тогда сюда его сажать. В поле только не кидай, мы там не найдем его. И винтов не оставим. Газ полностью выключайся, срать будешь. Молодец. Дай пять. Мужик. Вау, мы это сделали. Ну что, последствия шасси. Не надо, мы его снимем. Шасси в жопе. Да. Пульт выключил. Ну что, убирающийся норм. Не, он центровку меняет, и поэтому, кстати, и колеблется. Когда вперед, он более устойчивый. Его надо центрировать, чтобы он вправо не уносил. Но он летать сейчас стал лучше, между прочим, чем там, когда там. У меня такое ощущение. Как тебе впечатление? Ну, очень. Сколько у нас осталось лепездричества? Лепездричество у нас 3,66. Мы еще можем сделать один полет. Давай. Не хочешь? Его очень сильно заносит. Ну давай я полетаю тогда. Когда ты на камеру. Ты уверен? Уверен, да. Ну убивай так музыкой. Подожди. О, вот так. Шасси наши выломались. Заносит куда? Вправо, очень сильно. То есть имеется в виду туда? Нет, его именно поворачивает. Ну да, поворачивает вот так. Туда, вот. Да? Да. Ты должен носить немножко влево. Тяги слабые, тяги надо регулировать. Давай, пульт еще хватит, насколько там? Должно хватить. Пульт от этого у меня отдать? Да, желательно. Я давайте вот не волнуйся. У меня вот. А, хорошо. Ну чего? Мы имеем успех. Первый полет. Всем вас и поздравляем, да? Пиздец. Вот как так попасть можно, а? Да, встал. Что-то улетело, да? А, все, пиздец совсем. Что от него отсыпалось? Что-то отвалилось, по-моему, нет? А вот, смотри. Не, а здесь ничего не полетело? А, проверь. Ты это снял? Да, снял.
У нас просто труха какая-то вывалилась. У нас сломано тяжело? Вот не потеряй. А, да. У нас сломано тяжело. Вот оно. Ладно, все, сейчас будем ремонтировать. Давай пять. Класс, пошли домой. Подожди, аккумулятор отключу. А, проверим, работает или нет. Адас? Да, работает. Все, нормально. Остальное все починим. Электроника пашет. Держи, я сейчас отключу. Этот уже выключен. Ну да, это все, Паш. Это уже совсем мясо. Снимаешь? Так, камус надо отключить. Вот так, врубили. Кстати, сколько аккумулятор остался? Еще 3,66. Мы еще могли бы летать минут 5. То есть одного зарядка.